соответствии с планом аудиторских работ Счетной палаты Кыргызской Республики на 2023 год проведены проверки соответствия формирования и исполнения местных бюджетов Аламудунского района Ачуйской области и исполнения бюджетов отдельных учреждений республиканского бюджета за период с 1 января 2022 года по 31 декабря этого же года. В Аламудунском районе Чуйской области выявлены финансовые нарушения на сумму более 56 миллионов 450 тысяч сомов, включая несоответствие доходной части бюджета требованиям закона, неуплату обязательных платежей, нецелевое использование средств, обход единого казначейского счета, завышение стоимости строительно-монтажных работ и другие бухгалтерские нарушения. Материалы проверок были рассмотрены коллегией Счетной палаты Кыргызской Республики. Сегодня в территориальных подразделениях по городу Бишкек, Чуйской и Таласских областях. Во все проверяемые учреждения и организации Аламудунского района направлены письменные предписания об устранении выявленных финансовых нарушений и недостатков. По решению коллегии информация о результатах проверок будет направлена на рассмотрение в соответствующие сельские советы. Органам местного самоуправления и муниципальным предприятиям Аламудунского района было рекомендовано взять на особый контроль исполнение письменных распоряжений и обеспечить обязательность их исполнения. В настоящее время у нас здесь проходит совещание с представителями Счетной палаты. Аудиторы по итогам своих проверок дают свои заключения за период 2022 года по исполнению местного бюджета со стороны Айлюкмату, со стороны глав Айлюкмату, также со стороны муниципальных предприятий. В настоящее время мы обсуждаем итоги проверки, по итогам второго квартала, по итогам полугодия мы будем давать свое уже решение на районном уровне. Стоит отметить, что после административно-территориальных реформ в Чуйской и Таласской областях осталось 12 районов, 3 города областного значения, 38 учреждений и 65 сельских управлений. Самбат Алмазова, Самаган Тайрбеков, УТРК, Чуй.